200 кубов, сколько лошадей? 14 тоже, по-разному там пишут. В среднем 14. Расход? 3, 3,5, короче. А что, и 3,5 это? Нет, ни разу не. Ну, по трассе сколько? Ну, трёшку-то. Трёшка по трассе. Обратите внимание, какой здоровенный дисковый тормоз. Два. Я имею в виду диски. А. Два диска. Сзади один диск. Приборочка вот такая. Есть тахометр. Показатель топлива. Седло здоровенное. Да, удобно нам вообще. Я даже не знаю, сколько здесь. Вот моя рука как бы очень широкая. Подножки пассажира металлические. Водителя тоже. Без резиновой поверхности. Так, вот здесь. Нижняя часть вот так выполнена, защищена. Ага, это пластик. Пластик. Вот эта часть пластиковая. То есть очень похожа на металл, но пластик. Вот такие внутренности. Еще раз тормоза покажу. Сломанное крыло вчера. Да, обратите внимание, как можно модернизировать, тюнинговать крыло. Вот такой вариант возможен. Так, ну это лампочка, да, обычная? Это поворотники, да, обычная, это все стандартно. Диодов нет никаких, передняя лампа? Обычная лампа, потому что галоген плавит. Угу. Ветровичок, ну, общий вид, спортбайк, суперспорт. На самом деле обычный дорожник, блин. Да, на самом деле максималка какая? 130 это уже все. 130 там. Это он уже дохнет, разрывается уже. Понятно. Заднее колесо? 17 на 100, ну, 150 ширина. 150 ширина. По кофру вы видите? Надо фантазировать, думать что-то. На 250. Объем бака? 20, 22. Ого, значит, особенность мотоцикла при такой кубатуре 20 литров. Это за глаза. Да, это много. Это все, естественно, пластик. Ручки. Ну, нормальные ручки, нормальный диаметр. Не сильно мягкий, ну, такое. На четверочку, как для китайца. Вилка перевернутого типа, толстенькая. В аварии согнуть нереально. Да, ну лучше не попадать. Проверено. В аварию. Проверено. Не я. Центральная подножка отсутствует. Не отсутствует, да, боковая только. Только боковая. Цепь здесь. 428. Ну совсем, конечно, слабенькая цепочка, наверное, тянется. Капец. Это же вторая. Вторая за сколько? Ну, за 13 тысяч. 13 тысяч вторая цепь. Ну, не очень, ну, хорошо, конечно. Вообще. Звезды тоже поменяли. Ну, можно поменять цепь, я бы так понимаю. 16-42 стоит звезды. Стандарт 15-40. Звезду менял? Да, я все менял. Переднюю. Ну, хорошо, в принципе, все. Всем пока.